подготовки к поединку, это физический аспект, да? И основа – это подготовка вашего тела, которая сможет наносить технологии защиты вашей. Для этого обыкновенное сжимание от пола мы превращаем в необыкновенное, да? Что я покажу? Для этого, если возможно, подсядьте, сядьте на колено, значит, вам будет видно. Мы сейчас с вами сделаем несколько упражнений, которые очень полезны. Все упражнения, которые мы делаем на всех наших занятиях, я вам рекомендую приходить ко мне, повторять. У нас прошлое занятие было посвящено тому, как подготовить свою систему для безопасности. Поэтому эти упражнения просто берите и используйте в технологии своей подготовки. Итак, упражнение номер один. Мужчины делают в упоре лежа, а женщины могут на коленях, да, потому что немножко слабее. Мы становимся с вами на кулачок, на вот эти суставчики, да? И начинаем делать накатку на локтевой сустав. Делаю 10 раз. Смотрите, я покажу. Я упорно сустав, делаю накаточку 10 уже. Раз, два и так дальше, да? Женщины могут встать на коленочку, то же самое покатились. Раз. Главное опускать свою ручку до локтевого сустава и также выходить. Когда встал на пальцы, я делаю накат на кисть. Потом через внутрь опять выхожу на пальцы. Покажу вам, чтобы вы видели, да? Только становимся не так на пальцы, как вермишелем, а стараемся стоять, чтобы у нас пальчики стояли напряженные, да? Я стою на пальчики и мягко, не спеша, вот сначала одну ручку накатил, вернул, вторую ручку накатил, вернул. Кому тяжело, мужчинам тоже может быть тяжело, потому что подготовка слабовата. Мы становимся на коленочки, ручки под себя, далеко не надо убирать, и пошли в одну сторону, вернул. Вторую сторону вернуть. У меня стоит кулачок горизонтально. Я ухожу на локтевой сустав и покажу. Ручки направляю на вас, еще освободите. Смотрите, ушел в одну сторону, поднялся, ушел в другую сторону, поднялся. Вот. 10 раз. Кулачок вот на эту часть. Вот так. Начинаю ходить в одну сторону, в другую. Я покажу, смотрите. Видите, как я встал? Теперь я начинаю переходить. В одну сторону, вышел. Лежа, смотри, я становлюсь в упор лежа, поднимаю кулачок и наношу удар. Поднимаю кулачок и наношу удар. Мягенько, не спеша, это усложняет вашу жизнь. Очень легких, очень простых. Но если вы в день будете выполнять их хотя бы по 10 раз, то через месяц вы будете выполнять их 20. Не надо себе ставить нереальных целей, типа я завтра сам не буду бегать. Не надо, нереальных целей для вас, для всех.